Ира, смотри, я все продумал. Если мы будем брать ипотеку на 10 лет, нам нужно, смотри. Кеша, я тебе уже 100 раз говорила, мы не будем брать ипотеку. Мы будем жить в съемном жилье. Вопрос окончен. Я Иннокентий. Ирочка, Ирочка, ну услышь ты меня. Кеша, мы уже с тобой все обсудили. И вообще, мне на работу пора, я опаздываю. Я же просил меня так не называть. Ирочка, ну не ругайся, пожалуйста. Дома не удалось поговорить. Я вот на работу пришел, смотри, я все почитал. Иннокентий, вот. Прекрати, пожалуйста, а? Пойдем, все, пойдем брать ипотеку. Она меня Иннокентием назвала. Это тот самый случай, когда проще согласиться с его доводами, чем объяснить, почему я думаю иначе. И как меня только угораздило за него замуж выйти, не понимаю. Слушай, мне казалось, что ипотеку обычно в банках оформляют, разве нет? Глупышка ты моя. Да, согласен, плохая была шутка. Шутка и впрямь неудачная. Зато идея сюда прийти очень даже хорошая оказалась. Ведь здесь нам и квартиру подходящую быстренько подберут, и заявку на ипотеку оформят, причем не выходя за пределы офиса. Все потому, что компания является аккредитованным партнером банка. И уж раз банк своим партнерам доверяет, значит и нам не о чем беспокоиться. Тем более, что сейчас приобрести жилье можно на довольно выгодных условиях. Для тех, кто собирался приобрести квартиру в новостройках, сейчас самое благоприятное время. Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась, процентные ставки по ипотекам снижены. Да ладно, неужели мой благоверный был действительно прав? Ну не могу я в это поверить. А потому надо бы еще и в сам банк наведаться и поточнее все об этих выгодных условиях подробно разузнать. Новая ставка по ипотеке с государственной поддержки составляет 11,4% годовых на любой срок при первоначальном взносе от 20%. Это приобретение как готового, так и строящегося жилья на первичном рынке у юридического лица. Данная программа действует до конца текущего года. Между прочим, на вторичное жилье ставки также снизились. Теперь они фактически вернулись к позициям 2014 года. И если посчитать, то ежемесячный платеж по ипотеке фактически будет равен тому, что мы платим за аренду квартиры. Так зачем же платить кому-то, если можно отдавать те же самые деньги, но уже за свое жилье? В общем, хватит думать, пора действовать. А то уж очень хочется поскорее новоселье отпраздновать. Слушай! Так это же очень выгодно получается. И чего ты мне раньше все это не объяснил, а? Это я не объяснил? Да я тебе уже пытаюсь 2 года это объяснить. Ну, значит, просто так пытаешься. И вообще, Кеша, Ирине дежурная по рубрике, на работу уже пора идти. Все, пошли. Я Иннокентий!